Прыжок верой. Блин, забыл управление. Ой. Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Сталкерс Зов Припяти. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы убивали кровососов, и я хотел в этой серии пойти вот сюда. Вон туда. Давайте, собственно, начнем наш поход. У нас, оказывается, довольно много вещей. Давай. Прыжок веры. Блин. Забыл управление. Ой. Какое-то странное управление. Давай, пошли. Куда прыгать? Вот сюда? Что-то страшновато, честно говоря. Ага, давай сюда. Вот так. Отлично. Так. Вот сюда. Нет! А все нормально? Ну, тогда... Повезло, повезло. Вот тут, по идее, да? Обыскать Запорожец. Контейнер. Ого. Стальной ящик. Тяжелая штука. 12 килограмм. Ёлки-палки. Давайте сохранимся. Ну, это тяжелая штука тогда. Давайте побежали. Может, что-то выкинуть? Ой. Патронов мало, точно. Спасибо, что главный герой напомнил. О, у нас же есть обрез, все. Отлично. Это очень хорошо, раз у нас есть обрез. Ага. Что-то я немножко заблудился. Принести контейнер. Ну, сейчас просто ищем выход отсюда. Снорки, я помню, все. Я вспомнил, в чем здесь... Загвоздка. Вот здесь они, загвоздки. Да. Быстрей. Я не помню. Ай. У меня мышка новая. У меня чувствительность другая. Все, минус один. Так. Давай сюда. Здесь тупик. Пошли дальше. Дай-ка сохранюсь. Может быть, неправильно так... Сохраняться на каждом шагу. Но я хочу так. Значит, будет так. Все, готов. Опять сохранимся, давайте. Ой. Бежим. Ой. Силы кончились. А птичку я сожрал. Все, готов. Как же удобно с обрезом. Это второе видео, наверное, да? Когда я использую вип-камеру. О, блин. Ты где? Где? О, повезло, повезло. Сейчас убьем. Ой, блин. Это что за подстава? Винт и консерву и сохранение. Я не ожидал такой подставы. Так, артефакт. Ага, он где-то тут. Как всегда, я буду 100 раз пытаться. Ой-ой. Вот отсюда надо, да? По идее, вот тут
О, зато тут есть. О, повезло, повезло. Надеюсь, я весь выпуск не буду говорить «повезло, повезло». Смотрите, у нас есть артефакт, который у нас радиацию убирает, поэтому мы еще не померли. О, ой. Опять там стрельба пошла между собаками. Стрельба между собаками. Знаете, что я так подумал и, скорее всего, понял, что артефакт доставать нужно другим способом. Вот отсюда. Быстренько побежали. Я заблудился. Помогите. Я тут походил, найти артефакт не смог. И думаю, зачем он мне нужен? Можно же, в принципе, без него, да? И сказал гирчик. И полез обратно. Может, отсюда? А это идея. Это совсем не гвоздик. О, реально отсюда, да? Какой артефакт? Хороший. У меня радиация минус 5. Минус на минус за это. Плюс. Значит, плюс 5. Давайте сейчас пошли обратно. Да-да-да. Ну, это будет довольно-таки затяжно. А-а-а! Блин. Не ожидал я их увидеть тут. Где они? Блин. Мочи его. Ну, он неповоротливый, повезло. Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет. Не убивайте меня. Вот мы и пришли. А кто это просил найти, собственно? Ну, привет. Во. Держи контейнер. О, мы даже делить будем, что ли, хабар? Пусть возьмет себе, наверное. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая пусть машина себе самая сталкерская? И отвечает тот: какая? Спорожец? Почему? Да все просто. Надежная. Ставим. Как-то. И ну, багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Ладно, посему. О, пистолет. Круто. Скорее всего, я продам этот пистолет. Защита нам не нужна, и химзащита тоже не нужна. Радиация. Ну ладно, пусть будет так. Смотрите, получается у нас сейчас куча денег. 14 тысяч, не повезло. Не понял сейчас вообще. Ну, типичный гирчик. Три автомата, два пистолета и еще куча всякой фигни. У нас тут, оказывается, есть артефакты, я думаю, что их стоит продать. Вот это тоже продадим. Ага, продать нельзя. А сколько она будет стоить? 3000, 2000 где-то, да? Ага. А ремонт сколько будет стоить тогда? Ремонт 1000. Выгода есть. Все, ремонтируем, продаем. Надеюсь, что... Да, выгода есть. И, собственно, пошли мы, наверное, продадим артефакты. Вот мы и обогатились. Главное не забыть сохраниться. Обычно я забываю, и все. Слушайте. Будет чего интересного, заходи. Я думаю, нам стоит отправиться... Никуда не уплывем. Другой этот город, так сказать. Другую часть. Другую локацию. Берем с собой все необходимые. Сохраняемся. Сохраняемся нормально. Молодец. И... А, у нас есть карты, да?
О, повезло. Со скидкой, да? Ну, пошли. Пошли. О. Все, пришли. Эта станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен, ищи возле бара. Все, понял, спасибо. Так ты здесь впервой? Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Все, понял. Хочу покушать. Продай мне покушать хлебушка. Ой, я отнял, по-моему, его у проводника. Тут разные есть эти. Ой, ё-моё. Так, подожди, смотри. А, долг, да? Короче. Все, деньги отдадим. Так и быть. Расскажу, как надо контролёрам валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась, и ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Что-то мне не верится. Так. А, он только что это рассказал уже, да? Что скажешь? Дядька Яр. О, да, я знаю, что... Что это такое? Пойдем. Я знаю, что там будет. Это прикольно. Я с ножиком? Тихонько, и дергаться не буду. Понял. Тихонько. Тихо. Тихое местечко. Если к местному населению с расспросами не лезть. Ну да. Я вижу, какое тут местное население. А вы не знаете, где здесь находится магазин? Нет? Ладно. Спокойно тут, как на курорте. Да. Подпишись на канал, поставь лайк. Я тоже превращаюсь в зомби. Давай быстрее. Почти пришли. Да. По идее, эту миссию надо на свету выполнять. Но в темноте тоже пойдет. Так. Ой, как нас не видно. Прям вообще. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Опа, это кто? Наемники? А что вам надо?
А, они вроде пришли убить дядьку Яра, я помню. И сейчас надо их замочить. А ну выноси, сволочи! Да. Какого хрена? Давай. Ой, меня стреляют. Давай. Ой, граната. Так, где еще? Где они? Темно, нифига не видно. Где кто? Вон они. Минус один. Это, по идее, зомбиара. Ой. Не шмаляйте. Я вам пулю подарю. Давай. Вон он. А, нет, это зомби. Ну ладно. Кого? Куда? Это вообще зомби. Где он? Где? Где? Я слепой. Блин! Вот спасибо, теперь увидел. Спасибо большое. Вон он, мочи, мочи. Убил, все. Отлично. А, типа, все или нет? Тут типа немного стреляют, понял? А-а-а. Ну, я не вижу просто. Вон он. Это же он. Тан-та-дан-та-дан. И чё? Будем таки ждать? Какие разговоры? Ты что? Ну, игра, не тупи, пожалуйста. О, тайничок. Ой. Тогда уже это, все. Ну, типа, перестрелка закончилась, алло. Можно, в принципе, попробовать сейчас сохраниться и перезагрузиться. По идее, он сейчас должен успокоиться, потому что... Он, по-моему, нифига не успокоенный. Теперь понятно, что с ним такое. И все? Дай поговорить. Вот так-то. Ну что, вижу, у тебя от вопросов язык чешется. Да. Оно понятно, чё б не поговорить. Спасибо, давай. Что здесь произошло, а? Ну да, все правильно. Так, давай я сам лучше. Вот он, молодец. Еще и денег дал. Вообще круто. Сейчас еще их обшмонаю. Ой, а тут что? Ням-ням. О, глушитель. О, патроны. Так. А у этих что? Зомбаки? Ну, их тоже посмотрим, что такого. А что мы такого взяли? Патронов побольше, да и все. Нормально. Висит-то хорошо, оказывается. У нас все оружие разряжено. Итак... Ага. Точка B25. Давайте это, наверное, в следующей серии уже сделаем. На этом я добегу до станции Янов. И думаю, что стоит закончить. Долго мы снимали? Достаточно, в принципе. Надеюсь, вам понравится формат с видеокамерой. Хотя я не думаю, что кто-то это полностью смотрит. Но пусть будет так. И сейчас я вижу там кого-то в темноте. Кто же это? Я даже предположить не могу. Знаю только что, что он добрый. О, тайничок. Нормальный такой тайничок. Хороший. Я бы сказал, отличный. Правда, у нас 59 килограмм веса. Но ничего страшного.
Так, вы кто? Со всеми вопросами, командир. Чего расскажешь хорошего? Ага. А, давай Наянов. О, за 150 рублей. Такси, сталкере. Нормальное такси. На плечи время тебя дорого. Садят. Рассказывай. И несут. Про кровососов я вам все расскажу. Привет, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат сталкер бедолага хреначит их день и ночь. И сделать ничего не выходит. Результата ноль. Подожди. Решил я, в общем, ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово. До кровососов в гости. И 3 дня им такую вечеруху закатывал. Ой-ё! Бывало, с 2-3 сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек кровососов на Затоне не прет. Ну они да, теперь это... свои щупала-то подобрали. В смысле, подожди. Ты, наверное, даже не знаешь, да? Надо как-то его наказать. Давайте лишнего мы продадим. Сейчас давайте починим. Ну привет! Блин, да нельзя же все время идти на поводу. О, ты кто? Ну, сколько не дай, все мало. Интересный костюм. Хай! Давай. Инструменты поищем. Материалы. Ага. Ладно, посмотрим. О, зверобой. Здорово. Здоров. Чем занимаешься? О, вот и рассказал. Так, ну, что-то... Кровососы. Все, задание взяли для следующего видео. Спасибо большое. Сколько у меня батонов? Зачем мне они нужны? Батоны. Короче, спасибо тебе за просмотр этого видео. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пиши комментарии, скажи мне, что стоит добавить в видео. Ну тогда тебе попутного ветра.